Наверное, это все-таки. О, 2,5. Сейчас будем терять народ. А как так? Животных приручить можно? Нас напали. Охренеть. Гному жажда ищут самоцвет. Добудьте камни, отправьте их гномам. Или продайте и заработайте сами. Привет. Прошлая серия закончилась на том, что мы стали жертвовать древесину на церемониальный костер. Приятного просмотра. Потихоньку вроде догоняем. Берем мы что? Наверное, это все-таки. О, 2,5. Так, это мы взяли. Плюс 10 к силе атаки. Знахари, давайте. Армию пока переводим. Хотя нет, давайте тут их держать. Ой, тихо ты. Работай. Здание без работника. Давайте отправляем туда одного хотя бы. Голодание. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас точно было бы не лучше идеей воевать. Но мы, увы, на одно опоздали. Драукры. Я же тоже неплохую такую можно прибавку получить в развитии. Мне не хватает еды для расширения территории и для людей не хватает счастья. Но все опускается и опускается. А начинают болеть они. Сейчас еда должна нормализоваться. Давай. Добывайте. Стоп! У меня-то... Я понял, почему еда не добывается. У меня же нет мест, где еда могла бы добываться. Это эпик фейл, конечно. Давайте вы все работаете. Даже вас я пошлю сюда. Овечку нет, наверное, все-таки нет. Солдат почти умирает. Как плохо. Сейчас будем терять народ. Нет, нет, не теряем. Потихоньку они выздоравливают. Давай сюда. Фух, все, берем на заметку. Зимой мы не захватываем территории. Вас не буду уводить. Добывайте еду. Устроить пир стоит 100. Так, а ну-ка, где моя овечка? Тут. Давайте, наверное, сделаем так. Так быстрее будет. Думаю, производство они имеют в виду и восстановление ХП. Потому что более усердно работают шаманы наши. Стратегия боя. Бойцы получают 5 сил атаки. О-о-о, это очень хороший бонус. Тогда есть смысл делать на щитоносцев. А тут что? Ну, это если у тебя очень большая территория. Есть смысл, когда ты ночью на армию тратишься, а больше на захват территорий. Разведчик. Ну все, можно уже отправлять дровосеков наших. Хотя нет, пока что идет. Все, уже пир кончился. Идите, работайте. И нужно брать землю. 120, а это тоже 120. Тогда... А, уже в минус? Нет, стоп. Это не есть хорошо. Ну, вот так лучше. Подождем и будем брать эту территорию. Хотя так подумать, уже скоро зима. Опасно это все, это лучше копить в следующем... О-о-о, у кого-то есть эта птица, она помогает разведывать территорию. Офигеть, конечно, что-то боты очень жестко играют. Очень быстро. Тоже какой-то лагерь. А, вот, я могу увидеть его. И он тоже медведь? Нет, он как... А как так? Животное приручить можно? Как-то немножко нечестно. Ну, наверное, он слабее моего. В принципе, мой бронированный-то... Мой похож на Урсу.
Воевать. Стоит ли воевать? Или нет? Не думаю, все-таки нет. Только пока сюда можно встать. Недовольны жители, а почему вы недовольны? Ладно, ждем тогда следующей весны и возьмем эту территорию себе. Мне нужно уже подумать. Выковывает так быстро? Я в шоке. На нас напали. Дружину берем. Где напали? Ага. Ну, сейчас он получит. Конечно, не ожидал я такого, то, что так быстро ко мне кто-то объявится. При этом объявится сразу с войной. Лидер. Ну, тут мой медведь, конечно, порешает. Давай бей его иначе. 20. Отлично. За него, наверное, дадут под 50. 100. Мы берем... Подумать, что вы можете выиграть бесплатное военное предание. Нет. Оружие, пассивная способность ратуши, раз в полгода родные земли присылают. Раз в полгода каждое убитое на свою территорию увеличивает. На союз... Блин, тоже интересно. Наверное, все-таки лучше... Да, хранитель. Мне кажется, у нас будет на большей обороны войны, нежели захвата. Синий, желтый. Так понимаю, тут синий, тут желтый. Правильно, два подкрепления. Ополченцы, что из них? Ага. А раньше, потому что помню, каких-то ополченцев присылали тоже на корабле, только они сами ходили, им нельзя было управлять. Недовольство растет. Я предлагаю сделать это пивоварню, только где она? Вот она, она. 5 из 5, 5 из 5, а вот тут можно построить. На F в английском крутом здание. Ты и строй. Неизвестно получает нейтралитет с народом. Не есть хорошо. Да, продолжаем тогда торговать. Колонизация. Склад получает 10 производства еды. Наверное, ликвидацию лучше. Давай торговать с ним. Нет, мне нужно дерево. Темные альбы. Да, давай так. И все, еда в минус пошла. Да елки-палки. Один, давай, иди, добывай еду. Дерево все-таки у нас есть. Золото потихоньку идет. Потихоньку нейтралитет тоже приходит к нам. Нас напали. Охренеть. Когда драуграф лучше будет перебить тут. Хорошо сделали. Так, этих хуйню-то уводим. Ополченцы сюда. Вы с медведем идите первые. Вы следом. Медведь тоже недовольный. Ну и привреда. Неплохо сейчас поднакопим как раз военные очки. Медведь по косу, не хотелось бы его потерять. Благословление Фрей. Фух, раненых еще у меня много. А, у них же недовольство еще из-за того, что они раненые. Да, слишком много раненых. И нужна ратуша получше. Давай тогда иди, будь знахарем. Дима приходит. Минус 9, я в шоке. Давайте идите сюда. Добывайте еду. А я могу ополченца сделать... Не работают в этом здании. Плохо. И в этом тоже. Вообще было бы интересно, как такой баг. Гномы уверены, что самосвет скоро появится. Гному жажда ищут самосвет. Добудьте камни, отправьте их гномам. Или продайте и заработайте сами.
Надо быть готовым. Бесплатно получить камень и железо за самоцветы. Интересно. Опа, опять нападают на меня. Ладно, я так понимаю, у нас с ним мира не получится. То с ними торгую, на меня нападают драугры, поэтому война. Тем более получить ресурсы неплохие можно. Ждем, лечим. Все, сейчас появятся самоцветы. Давайте подождем. Все, зима закончилась. Сразу одного пивовара сделали. Самоцветы. Нужно заниматься этим срочно. Рудник. Сюда не могу построить. Развить стоит сотку. Нет. Сжигаем дом лесоруба. Ставим рудник. Так, это только раз. Только один. А вот два, три. Колонизируем оленей. Как мы договаривались. Тем более тут озеро. Синий как-то он... Мне кажется, синий очень сильный. Новый титул. Духовная связь. Кая бронированный медведь и воительница увеличивают производство в зоне на 15. Медведь. Ты понимаешь, куда тебе идти. Пускай один работает. Все, мы это за... Да, это мы заняли. Строим охотничью лавку. И сразу тогда захватить надо склад. Жаль, нельзя на 3 построить сразу клетки. Было бы идеально. Наверное, самое полезное, что можно было построить так. Еще можно было построить домик лесоруба. И как тут, например, шахту. Сразу 25. Давай, работай. По производству. Ну, сюда-то всех будем направлять и жителей, пускай они там работают. Уж а склад есть, это намного лучше. Один знахарь, пускай лечит. Хотя давайте двух знахарей сделаем. Все, потихоньку еда идет. Первым тогда прокачиваем строжку охотника. Нет, не оленя, мне нужен житель. Иди трудись. Один самоцвет, а сколько их всего? 7. Теперь у нас что? Гномы жажды. И отправить их гномам. Иди сюда. Я могу построить. Построить я почему-то не могу это. То есть это не считается рыбным местом. Я думал иначе, правда. А, вот где рыба считается. Его уже занял желтый. Давайте торговать с гномами. А, нет, стоп, все. Не надо. Самоцветы не смысла. Темные. Может с ними торговать? А как так? Мне минус 1, а им 0,04. Комиссия бешеная. И еще и красный тут. Это место захватить был бы смысл, думаю. Только из-за железа. А из-за железа я могу сделать воительницу. Но для этого нужно еще и золото. Все куют какие-то реликвии, а я почему-то нет. Кузница. Кузница это... А, вот она. Построить что ли кузницу? Сюда куда-нибудь. Но строить мы его не будем, потому что железо мне не добыто. Открывает новую боевую способность к оружию. Да, у меня не скоро будет еще боевая способность. Их всех сюда.
Ну вот, еда уже копится нормально. А под звуки дождя и мрачную погоду будем заканчивать нашу вторую серию прохождения Норфгард. Спасибо за просмотр. Пока.